Всем привет, ребята, с вами Беркли, и в этом видео я решил вам показать, как же установить и как же настроить полностью решет для GTA 5. Так как в предыдущем видео я показывал установку Redux, ну и сегодня мы будем устанавливать этот же решет для Redux мода. В принципе, ребята, решетов есть достаточно таки много, и в этом видео я покажу вам самый популярный и тот, который рекомендует автор мода Redux. Что ж, давайте перейдем к установке данного решейда. Также хотелось бы сказать, что если это видео наберет много лайков, я покажу вам остальные решейды, которые есть на этом сайте. Ну и для этого вам просто нужно поставить лайк под этим видео, чтобы я понял, что вам это видео действительно будет интересно. А также в скором времени я постараюсь показать вам, как же установить решейд для онлайна или же для GTA 5 RP, чтобы вас там не забанили. Ну и давайте перейдем к установке. Для начала скачиваем сам решейд, это же Technical Preset Решейд 3.0. Загружаем его с этого сайта. Потом скачиваем сам инсталлятор решейда, вот здесь вот. Тоже ссылка будет в описании на него. Тоже его скачиваем. Ну и понадобится нам сам Redux решейд. Ссылку я оставлю в Google Диск, или же можете скачать сам Redux 1.7, и там будет тот же самый Redux решейд, которым мы будем сегодня с вами тестить в GTA 5. Вот он, в принципе, сам Redux, и там уже в нем будет папка с решейдом. Ну или же просто напрямую скачайте через Google Диск, который я оставлю в описании. После закачки всех этих файлов у вас должно быть примерно 3 файла. Давайте перейдем к установке. Переходим в папку из GTA 5, Games, GTA 5 и перекидываем сюда Reshade. Сначала перекидываем GTA 5 Redux Reshade, открываем эту папку и выделяем все это, что у нас здесь есть. И перекидываем папку из GTA 5, там где у нас ярлык. Перекидываем, все перекинули. И потом возвращаемся в папку, а вернее архив Reshade Preset. Открываем его, открываем также вот эту папку. И копируем отсюда Reshade Shaders и Grand Ini. Тоже перекидываем его в GTA 5. Перекинули. Я заменяю, потому что некоторые файлы у меня есть, вы тоже замените, если они у вас уже есть. Ну и потом открываем папку загрузки и открываем наш Reshade инсталлятор. Собственно говоря, вот он. И запускаем его. Здесь нажимаем Select Game to Install or Uninstall и выбираем путь к нашей GTA 5. У меня Games, GTA 5. И здесь нужно выбрать ярлык GTA 5. То есть выбираем там GTA 5 Launcher и открыть. И здесь нажимаете DirectX 3D10. Ну и нажимаете да, и еще раз да, и он загружается, то есть с этого сайта, и нажимаете здесь uncheck all, то есть чтобы все разблокировать, и потом check all, чтобы выбрать все, и нажимаете ok, и все, наш решет, ребята, установлен. И давайте запустим GTA и посмотрим, я покажу вам, как его настроить в игре и как уже настроить решет Redux. Как видите, ребята, наша GTA 5 запустилась, и здесь вот у нас, как видите, установка мода Redux, то есть у нас установлен мод Redux. Ссылку на установку самого мода Redux вы найдете в описании. Ну а сейчас нам нужно настроить сам решет. То есть видите сверху на экране, то есть там написано, нажмите клавишу Home, чтобы настроить ваш решейд. Ну и вот так вот выглядит сама GTA 5 без этого же решейда. Чтобы его настроить, просто нажимаете Home и нажимаете потом Continue, то есть продолжить, Default Preset, Continue. Ну и это вот такое вот у нас, да. Здесь вы можете вручную это все настраивать, там. Лично я раньше пользовался только вот этим вот, то есть Color Furnace добавлял, вот видите, добавляется вот такая вот яркость. Ну, здесь есть то, что вы можете выбрать здесь отдельно, то есть себе настроить под ваш вкус, но здесь есть выбрать уже установленный и настроенный Redux Reshade. То есть переходите выше, нажимаете вот здесь вот. Давайте покажу вам каждый из них, в принципе, вот. Как его запустить, просто нажимаете, допустим, Dark Realistic, и видите, у нас вот такая вот крутая графика получилась в GTA 5, и настроились сами вот эти вот тоны map, vibrance, то есть добавились различные эффекты, которые вот здесь вот активны я выбрал, и видите, как он у нас круто, в принципе, выглядит. Давайте я заспавню какой-то автомобиль, и мы прокатимся на автомобиле и посмотрим, как оно все выглядит на вот таком вот крутом автомобиле Range Rover. Ну, конечно же, графика улучшилась, как видите, вот, да, она стала лучше, там добавились различные эффекты, вот такие вот, и она как бы стала лучше, да, вот,
это только один reshade Redux. Чтобы включить другой, просто вот так же само нажимаете клавишу Home на клавиатуре и переключаете здесь ваш reshade. Можете выбрать Deep and Rich Realistic. Вот такой вот у нас он сейчас переключится. И вот такой вот он, как видите, Deep Realistic Reshade, да, вот. Тоже, кому интересно, кому нравится вот такой вот, он больше подходит как бы под графику Natural Vision. То есть вот Natural Vision — это вот подобная графика, как этот Deep Realistic Reshade. Потом давайте выберем следующий. Здесь вот тоже вот выбираем V1, можете выбрать там V2, какие они. Вот V1 это уже такой вот более высветленный и так дальше. V2, там V3 еще больше. Redux Light, Redux Original, вот это Redux светлый, там какой-то тоже неплох, весьма так неплох, да, вот очень интересно. Redux Light тоже не, мне очень нравится. Потом Redux Original, да, вот тоже очередной решает Redux. Вот такой вот оригинальный Redux Original. Чтобы добавить какие-то другие эффекты, просто можете там вручную это все настроить, да, вот видите, я нажимаю здесь, и оно как бы меняется. Такой вот у нас Reshade Redux Ultra 1, то есть Ultra V1, Ultra V2 и так дальше. Ну, в принципе, здесь вот они вот Ultra V2, они как бы не очень, да, получается. Вот тоже можете здесь это все перезагрузить, если вам не понравилось. То есть или же включить стандартный Vivid, еще вот такой вот киношный такой вот Reshade Blue и тому подобное. Loot, ну, такие вот разные у нас получается решейды. Ну, это в зависимости, они очень хорошо получается выглядят, когда меняются погодные условия. То есть давайте можем стандартный или же Colorful Realistic включить, тоже, я думаю, будет неплохо. Также, в принципе, можете включить здесь стандартный или же просто перезагрузить этот же решейд, чтобы он перезагрузился, если есть там какие-то глюки и тому подобное. Ну, лично мне здесь нравится Reshade, который вот здесь вот Colorful Realistic, и я немножко добавляю своих там эффектов, то есть чтобы он был более гладк, то есть чтобы не казался как там в мультиках и так дальше. Вот тоже вот добавляем таких небольших эффектов там, и вот оно становится вот примерно вот так вот, да, тоже вот весьма неплохая графика такая вот насыщенные и так дальше. Ну и вы, ребята, подписывайтесь на канал, если вам все интересно, то есть графика в GTA 5. В дальнейшем я тоже буду показывать различные решейды. Ну и набирайте лайков под этим видео, чтобы я показал следующие решейды, которые работают с модом Redux, так как их на том сайте есть достаточно таки много, и разные вот такие вот различные там есть решейды. Ну, я, в принципе, сейчас показал самый популярный. Думаю, он вам понравится. Ну и спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео по установке решейдов и так дальше.